Всем привет. Ну, у нас тут дождик льет, лил всю ночь и льет. Поэтому, естественно, река Псизуапсе слегка приподнялась. Тем, кто бывал здесь, на этом берегу, знает и помнит, какая высота вот была у этого бетонного поребрика. В общем, река Псизуапсе приподнялась малость. И теперь родничок, который, в принципе, был где-то порядка около метра, наверное, полуметра, может, нет, наверное, сантиметров 70 метров, вот так вот, над уровнем воды, теперь он, в принципе, поглощен. Как-то непривычно, если честно. Вот идешь, и такой уровень с тобой воды параллельно идет. Даже не помню, когда такое было. А было еще и посильнее, конечно же. Это еще так себе. Кафешка слегка подмывается. Сами видите, ветерок дует не слабый. Я приехал посмотреть на устье, думал, может быть, что-нибудь тут глобальное, какие-нибудь изменения произошло. Нет, на самом деле пока еще глобальных изменений нет. Но все равно пойдем, посмотрим, коли уж приехал. Посмотрите, что у меня там. Я вроде не так давно опять лазил тут в районе Багратиона. Снимал. Может быть, даже вы этот ролик еще и не видели. Давайте включусь попозже. Раскинулось море широко, обратите внимание. Речка опять отвоевала кусок территории. Но не так сильно, как это было раньше. Море изменило боевой раскрас на серо-буро-козюльчатый. В связи с тем, что речка подмешала ему своей грязной-грязной водички. А щебля-то накидала, смотрите. Помните, я раньше лазил по вот этим вот, ну не щебне, гальке. Лазил, на них залазил, а теперь все практически на уровне. Пойду прогуляюсь в район устья, там уже тоже кто-то гуляет в желтой накидке. Покажу вам масштаб. Море волнуется, раз. Речка волнуется, два. Темная, грязная водичка. А летом она будет, речка, я имею в виду, чистая, как стеклышко, будут плавать рыбки, если им печенюшку туда закинуть. Водичка будет теплой, хорошей. А сейчас вот, как бы вот так. Камера у меня как-то странным образом подвисла, не знаю, еще раз так включил ее, выключил, включил. Кстати, в комментариях буквально вчера писали где-то про какую-то косу. Может быть, вы имели в виду вот эту косу, где одной ногой в реке, другой ногой в море. Может быть и так. У нас тут кос, сами понимаете, очень много всяких разных. И речек много горных. Поэтому однозначно ответить на ваш вопрос очень крайне тяжело. Тут что вообще может быть коса намыта. Что здесь, что в Небуге. Тут все... А, ну вы имеете в виду вряд ли Небуг, как вы имеете, наверное, скорее всего, Лазаревская, да? Вот. Одинокий человек в ярком желтом костюмчике. Стоит в самом, прям в самом-самом устье. Там, где море встречается с речкой. Ух, силище. Скажу я вам, о грязи еще больше. Кто-то построил башню. Но речка настолько сильная, что на камешек за камешком, видите, потихоньку смывает. Смывает всю эту косу. Вот туда вот. И я так думаю, что со временем коса будет сужаться, сужаться, сужаться и сузится окончательно и бесповоротно. Вот. Хотя про окончательно бесповоротно я загнул. Пропанчик. Валяется, никого не трогает. Коса будет то появляться, то смываться. В общем, как и всегда. А мы там, где речка встречается с морем.
и перемешивается как коктейль. Сила у реки сейчас очень даже большая. Тут даже нету мысли даже перейти ее форсировать. Вот так вот, ребятки. Всем пока, всем до новых встреч. Ох, блин, есть еще планы всякие разные. Волной меня хотела окатить, но я был, слава богу, подальше. Не окатило. Всем до новых встреч, короче. Покедова.